Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Мы продолжаем играть в игру Hustle Castle. Так, давайте заберем все, что у нас здесь поднакопилось. Хотя нам, в принципе, это и не нужно, у нас всего навалом. Хотя на меня было нападение, немножко разграбили. Я как смотрю, да, судя по деньгам. Ладушки. Так, что у нас здесь в магазине? Сокровище. Так, открыть, давай бесплатно откроем сундучок. Посмотрим, что нам выпадет из него. Понятно, ничего, ребята, хорошего нам отсюда не досталось. Разбираем это все сразу же здесь. Так, замечательно. Ну что, продолжаем, наверное, с вами проходить основную сюжетную линию. Так, что у нас тут? Так, бонус X3 и 5 корзинок с яблочками. Нет, это мне не нужно, я не пойду фармить. Хотя, ребята, мне нужно кое-что глянуть. Я ищу до сих пор свой вот этот вот. Нет, пока еще небесный ключ. Пока еще небесный ключ, это мне не нужно. Так, смотрите, самое интересное, знаете, что вот я думаю? У нас, когда вот здесь вот все это откроется, у нас также будет здесь вторжение или же нет? Вот мне будет это прикольно, если... Представляете, сколько тут будет орков тогда? Тут яблочки можно будет сливать капитально. Ладно, ну что же, продолжаем с вами воевать в пещерах страха. Кстати, многие ребята спрашивали, а будешь ли ты, Рэй, открывать сундуки? Давайте посмотрим, у нас неужели... А, 76 сундуков. Угу. Ну давайте открывать, давайте так уж и быть. Посмотрим, что нам здесь выпадет. Хе-хе. Зачем он мне нужен, елки-палки? Конечно, на разборку, ребят, на разборку, и нечего тут думать. Так, давай посмотрим, что здесь нам выпадет. Это что такое, окна? Для украшения замка используются. Ну ладно, хорошо, у нас таких, ребята, окон не было. Поэтому, в принципе, есть смысл, наверное, поменять. Все, отлично. Так, открыть. Слушайте, ребята, давайте мы не будем сейчас открывать, потому что из них выпадают ресурсы. Как вы видите, у меня с ресурсами пока все норм. Как только будет не хватать, мы будем с вами их открывать, сундучки. Так, что у нас тут? Три сообщения каких-то, да? Повелитель. Не сила удара, а способность подняться после поражения характеризует бойца. Каждая неудача делает сильнее. Уранус у нас тут говорит, да? Приятно, когда все идет так, как ты запланировал. А у меня всегда так, ведь в моих жилах течет кровь легендарных правителей. Все, за что я берусь, удается. За это меня многие любят. Так, смотрите, тут у нас дальше идет переписка. Сэр Мол, не думаю, что здесь безопасно оставлять записи, но иногда меня просто переполняют эмоции. А последнего своего психотерапевта я убил после того, как он решил поднять цену. Зато у него дорогая могила. Мне не с кем поделиться, и иногда я все же пишу здесь. Не рассчитывая, впрочем, на понимание, где им понять меня. Все они лгут. И лайк кто-то поставил, сердечко. Так, что тут? Не смешно. Тем более, ха-ха. Вообще-то в замке сейчас нет армии, только я один и его сторожу. Повелитель, если тебе нужны новые неудачи, подходи к замку. Мой брат зарылся в книжке об успехе и всем таком. Так, ладно, короче, тут у них, ребят, диалоги были. Так, ну что, вроде бы все мы, ребят, здесь с вами взяли. Поехали на сюжеточку. Так, и у нас с вами перешеек ужаса. Так, опять же големы, опять крысы. Крысы, два лучника, два мага. Так, в случае полностью не поместится в хранилище. Да, я понял, понял. В бой. В бой идут одни старики. Ну-ка, посмотрим, как у нас тут все пойдет. Ну, големы, ребята, ватные, вы сами прекрасно видите. Мы их разбираем здесь полтычка. Второго ту... Ага, их ресают. Значит, здесь у нас, ребята, маги. А маги были кто? Конечно же, ресальщики, которые могут оживать павших воинов. Все, разобрались. Кстати, у нас что-то с магией. Магии, ребята, мало, нужно взять ее обязательно к себе. У нас, по-моему, должно как раз все быть наготове. Так, хорош, хорош тут подлагивать. Давай голема этого уберем. Так, получен подарок. Спасибо большое, это от кого? Это у нас, я не знаю, ребят, от кого. Так, от Вовки. Вовк, спасибо тебе большое. Так, и давайте-ка мы, наверное, с вами... Да, я хотел взять магию. О, она как раз у меня вся и готова. Сразу же будем заказывать следующую партию. В обязательном порядочке. Так, так. И последнюю. Все, отлично. Пускай пока делается. Ну что же, погоди-ка, тут что, у нас опять каких-то два сообщения, да, ребята? Ну, так оно и есть.
Так, ребята, здесь у нас, смотрите, прописывается что. Оливия пишет: у моего Урануса такие красивые волосы. Мне так нравится дотрагиваться до них, причесывать, потом снова ерошить, потом снова причесывать, так мило. Уранус отвечает: дорогая, не стоит писать сюда такие бытовые подробности, ладно? Мне ведь предстоит войти в историю, а для истории это лишнее. Также тут у нас, ребята, мудрец пишет: и я так надеялся, что наша девочка Оливия вернется домой. Оливия, что бы ни творилось в твоей голове, сейчас знай, что мы тебя очень ждем. В твои покои никого не заселяем и перебираем их регулярно. Отвечает Оливия: еще бы не хватало, чтобы вы в мои апартаменты поселили кого-нибудь. Может быть, я с моим новым женихом захочу жить в замке. Ну да, конечно, захочет, а впустят ли тебя? Хотя, в принципе, пускай бы они пришли бы к нам, да? Не надо было бы нам лишний раз за ними бегать. Ну что же, у нас с вами гибельная развилка. Поехали, конечно же, ребят, будем сразу же бомбашить их. Так, можно, в принципе, даже, наверное, поставить здесь супер ускорение, чтобы все это быстрее у нас шло. Так, тихо, тихо, тихо. Что это за дела такие, я не понял. Так, давай, разбираем. Все, шикарненько. Победили мы здесь. Сундучки нам достаются. Так, а мы двигаемся дальше. Сразу же, ребята, по горячим, как говорится, следам пойдем, да? Так, зловонные норы. Ну, опять же, те же самые, ребята. Крысы, големы. Нет, я не хочу никакой магии брать. У меня пока еще ее много, так что нормуль, поехали. Так, на ускорение давай побежим. Слушай, ну големы, ребята, как были ватными, так и остались. Вот крысеныши мне нравятся. Довольно оригинально их сделали, но мы их подбили. Так, зарабатываем с вами маленечко денег и всего тому подобное. Также и сундучки мы с вами зарабатываем. Так, мудрец говорит: сэр Мэл, мы вовсе не хотим тебя ограбить. Мы бы никогда не покусились на твои земли или деньги. Нам нужно только спасти нашу принцессу, которую похитили и увели в твои подземелья. Старый хитрец, я не верю ни единому твоему слову. Все лживы и коварны. Потому что всем нужны мои деньги. Но ваша жадность погубит вас, люди. Никто нам, ребят, не верит. Никто. Они не понимают по-хорошему. Нам всегда приходится, ребята, доказывать все это силой и ступени тьмы. Потом, кстати, будет у нас предбоссик, ребята. Так, погнали. Погоди. Ну ладно, вообще-то давай добавим и сразу поставим следующую на изготовку. Все. Так, ну что, здесь у нас, ого, величайшие большие гигантские крысы у нас здесь будут. Я думаю, что мы с ними сейчас разберемся здесь. Если что, ребята, буду применять заморозку. А смотри-ка, они, кстати, не пошли почему-то сюда на магов. Воу-воу-воу, тихо. Смотри-ка, что-то они тут разошлись уж чересчур. Чуть было не погибли, да? Но все хорошо, что хорошо кончается для нас. Так, нормуль, победа, все мы с вами получили. И двигаться будем дальше. Надеюсь, без диалогов, без монологов, а? Да, все четко, опять какое-то, ребят, сообщение пришло. Так, ага, Уранус что-то докладывает. Бывает такое настроение, что хочется взорвать весь мир ко всем чертям. Интересно, если мир в самом деле окажется у меня в руках, долго ли он просуществует? Ха! Стоит подумать на этот счет. Кто такой на самом деле этот Уранус? Вот мне лично очень хочется узнать, откуда он вообще взялся. Ну что же, надеюсь, нам дадут ответ где-нибудь. Убийственная развилка. Вот так вот, смотрите, ребята, у нас здесь будет босс. Очень глупо воровать у сэра Мола. Этот офицер бушующих ветров теперь не скоро расплатится за свою оплошность. 10 лет бесплатной работы и никаких отчислений в пенсионный фонд. Так, дальний бой, магический урон. Раз в некоторое время воскрешает союзников. Раз в некоторое время запрещает использовать воскрешение вражеским магам. То есть нам призывает огненных. Короче, тут какой-то такой крыс-некромант. Можно его так прозвать. Надеюсь, мы с ним справимся. Что за подлагивания такие, мне не нравятся. Так, поехали. Так, ну, оу. Куда вы там переключились на моих магов? Хорош. Так, не понял. Вы видели, как он быстро моих... Что такое происходит? Я не могу понять. Кто запускает фаербол? Да ну. Есть, мы подбили этого крысеныша. А вы видели, что отсюда вылетал фаербол и бомбил моих воинов сразу же причем?
Офигеть, ну хорошо, что мы его победили. Хм. Сложновато было, и причем опасно. Вот что самое интересное. Так, давайте, наверное, пойдем дальше с вами. У нас там никаких, кстати, речей нету. Нет, ничего не появилось. Это я все заберу. Все, у нас, ребята, все под завязку. Жалко, я не могу ничего здесь купить себе. Куда-то потратить вот эти ресурсы. Слушайте, а мы окна. А как мы можем окна поменять? Я уже, честно говоря, и подзабыл. По-моему, где-то вот здесь, да? Внешний вид. Внешний вид, стены, окна. У нас с вами открыты вот такие, да, доступны. Можем такие сделать. Так, вот такие у нас еще есть окошечки. Но это для Нового года. Причем здесь видюшка, я не могу понять. Ладно, давай, пускай будут такие вот. Так, а по стенам? Ага, вот такие. Потом вот такие у нас есть. И такие. Как-то не очень, да, ребята, смотрится. Как будто волшебник изумрудного города, ё-моё. Давай вот это, наверное. Давай так вот оставим. Так, черепица есть какая-нибудь? Есть. Черепица у нас была синяя, можно вот красную такую вот оставим. Что у нас по флагам? Ну, флаг у нас, естественно, российский. Это все так и надо. Двигаемся с вами дальше и продолжаем наше приключение. Так, ёлки-палки, я думаю, Kia Ora. Ну, что это не то? Засада в темноте. Слушайте, мощь-то растет у вражины-то. Потихоньку-потихонечку, но растет. И меня это немножко напрягает. Опять эти гигантские крысы. Ёлки-палки, я магию не взял. Я магию, ребят, не взял с собой. Как бы это мне не аукнулось. Нифига он там бомбит, прям как боксер какой-то. Дуф-дуф, без остановки. Все, забомбили. Адьюс, бомбина. Так, и нам нужно, ребята, забрать с вами магию. Магию, там осталось сколько? 10 уровней, да, еще пройти? Так, что тут у нас? Граф вдруг понимать все. Орки просто тупой солдат. Они не понимать приказы графа и потому всегда проигрывать. Граф искать другой народ, которым он руководить. Созрел парнишка. Да-да, ищи. 1 апреля, ребята, он прибудет вот сюда на мост. 1 апреля, это, как говорится, день шуток, прибауток, и посмотрим, что там будет. Скорее всего, опять же, какая-то рулеточка. Так, ну что, осыпающиеся своды у нас. Такой вот уровень. В бой, да, я хочу добавить магию. Дай мне ее сюда, потому что я растратил очень много. Вот так вот будет хорошо. И надо сразу же на изготовочку, ребята. Так, сколько? Еще одна. Отлично, ну что, поехали. 1 140 000 мощей у врага. У нас 2 100 000. Так что на целый лямчик мы пока, ребят, с вами опережаем врага. Да, бомбят они, конечно, вообще нехило, да? Посмотри на этих мышей. Дуф-дуф-дуф. Но мы выиграли здесь. Так, давай-давай-давай-давай. Бомбим-бомбим их. Есть. Отличненько все получилось. Так, побед за нами. Мы с вами зарабатываем сундучки. Кстати, у нас очень много хлама, который можно, в принципе, разобрать. Наверное... И я так больше не могу, все мои латы в какой-то пыли, а сегодня меня укусила за ухо летучая мышь. Одно из самых сложных приключений. Периодически накатывает страх. Не на меня, конечно же, на моих воинов. Что-то поубавилось героизма в интонациях Дони. А у тебя его никогда и не было, старик, просто выдающимся личностям иногда присущая меланхолия. Но она не заставит меня остановиться. Зато армия моих слуг заставит. А то, что я не доплачиваю им жалования, сделает их только злее. Да, кстати, неплохой вариант. Так, что же я хотел? Ребят, я хотел посмотреть, что у меня здесь находится на разборку. На разборку. Так, вот эти вот шмотки, ребят, я не могу, к сожалению, не выкинуть ничего. Они у меня будут лежать здесь мертвым грузом. А вот это вот все можно разбирать. Это все мне не нужно. Вот эти все фиолетовые шмотки у нас, ребята, в приоритете легендарные вещи. И все. Только лего. Так, это тоже на разборку. Так, это что у нас? Да-да-да, все это разбирается. Синие кристаллы. Что-то слишком много тут у нас всякой трихомудии. Так, ладно. Открыть, что ли? Нет, пока, я думаю, не стоит. Можно вот этот открыть. Один сундучок. Выпадает нам
арбалет никудышный. Давай следующий откроем. Так, зеленые шмотки на казначея не нужны. Не нужны. У меня в основном, ребят, там синюха на всех одета. Так, что у нас там? Яблок очень мало. Может не хватить. Здесь у нас что? Содержит 10 яблок. 10 тысяч яблок. Так. Блин, маловато, ребят, как-то. Это все на разборку. Ладно. Так, у нас, по-моему, еще, если не ошибаюсь, есть где-то корзинка, да, с яблоками. Или же я, ребят, ее уже истратил. Не помню. А, нет, вот она, ребята. Сколько там, если что, у нас? 600 тысяч яблок. Ладно. Ну что, мы продолжаем с вами. У нас осталось всего лишь 8 этапов. Кровь на стенах. Следующий уровень. Поехали. Быстренько, опять же, закумарим. Кстати, мне сказали подписчики, что открыто всего лишь, ребята, 3 эпизода. Не все, которые здесь у нас есть, а только 3. Правда, неправда, я не знаю. Как говорится, еще не доходил, не проходил, не проверял. Но мне пока и этого хватит. Я думаю, что с 1 апреля они, возможно, запустят уже и основной контент. Так, здесь мы все это забрали. И пойдем, наверное, сразу же, да? Не будем здесь долго засиживаться. Нам нужно с вами победить сэра Мола. Так, опасно, но я все равно. Так, 1 170 000 мощей. Я думаю, что мы победим. Если что, ребята, у меня есть заморозка, которая нам поможет в этом деле. Так, посмотрим. Вот так вот мы это сделаем, по-хитрому. Так, 2 орка-мага и крыса. Ну-ну-ну-ну-ну, отлично. Все четко. Кстати, знаете, что, мне еще хотелось бы, вот если честно, а? Чтобы у нас, вот, например, портал, да? У нас так и остался 80 уровень максимальный. Сейчас проверим. Могли бы, конечно, и продолжить эту ветку. Ну-ка. Да, ребят, 80-й. Смотрите, ну это, я вам скажу, портал, так сказать, первой части, да? Можно разработчикам подумать тоже о портале, но только, я бы сказал, бы уже как бы относящиеся ко второму эпизоду. То есть враги, которые уже будут, ну, новые. И какие-то нам новые боссы и, соответственно, новый ревард. Пускай вот мы заходим в портал, да, обычно, вот у нас... Хоп, мы сюда нажимаем, у нас перелистывается, например, страничка, и кто-то хочет уже, например, побыть в портале номер 2, да, там, например, какой-то портал потерянных земель. Не бездны, а портал потерянных земель, и там уже проходить. Слушайте, довольно было бы неплохо. Ну что, давайте дальше с вами проходить, и у нас пещера гнева. Тут у нас опять крыс, опять еще 2 крысы. Блин, столько яблок, ребята, нужно на это все дело, жесть просто. У меня уже практически закончились все, ребята, яблоки. Понимаешь? Как мы дальше будем, я не знаю. Прервать серию или придется мне тратить наши яблоки, которые у нас там в корзинке есть. Так, ладно, понеслась. Оп, заморозочку мы круто сделали. О, да здесь он ватный, ребят, смотрите. О, тихо, ты что... Что творите-то, а? Ироды! Для меня... Да хорош уже! Со всех сторон атакуют. Фу ты нафиг, повезло, а? Я просто не ожидал, что такое будет. Западня такая, да? Со всех сторон зомби. Какими-то там колотушками нас колбасили. Сэр Мол опять говорит что-то. Я уже потратил на оборону 1% своих сокровищ. У меня от этого начинается депрессия, а люди проникают все глубже в мои тоннели. Если я не доберусь до тебя, ты потеряешь все 100%, Мол. Прекрати пугать меня! Я и без того переживаю одну паническую атаку за другой. Все, что нужно, просто уничтожить этих людей. Ты сможешь, Мол, у тебя достаточно ресурсов для этого. Мол, не слушай этого проходимца. Нам не нужны твои сокровища. Мы просто хотим освободить нашу принцессу. Прекрати давить на меня, я ненавижу это. Я всех вас убью. Ого, даже я так не психовал, когда у меня вдруг появился пивной живот. Пивной живот. Так, ребят, какое-то опять сообщение у нас тут пришло. Так, Уранус тут у нас, да, говорит? Иногда мне хочется писать очень грустные стихи. Жаль, что я не поэт, и мне некогда не облечь свои чувства в слова. Если бы я мог их сочинить, они были бы о дороге. Да, о дороге и о ночной тьме, о тоске. Ну, что-то в этом роде. Так, граф. Ночь в лесу, где орки?
Уранус. Пошлятина, я чуть не разрыдался, когда увидел комментарий этого неизменного существа, этого орка. Почему всякие тупые и грубые существа пытаются играть на струнах моей души? Так, что тут опять у нас? Ага. Крыса появилась. Кстати, можно было бы уже что-то и новенькое добавить, да? Помимо крысы, голема и кого еще? И привидения. Кстати, привидения я уже давно почему-то не видел, не встречал. Может, они его отменили? Так, ладно, дорогие мои друзья, продолжаем с вами наше путешествие и закоулки мертвых. Закоулки мертвых — это хорошо, вот с яблоками плохо. Поэтому придется, ребятушки, все-таки нам открывать вот эти вот яблочки. Не хотел, вот честно скажу, не хотел, но придется, придется. Да, слишком дорогие задания у нас получаются здесь. Поехали. Закоулки мертвых. В бой, в бой, в бой, конечно же в бой. Без всяких компромиссов, будем бомбить. Так, архаровцы. Ой, ребята, у меня очень мало магии с собой было взято. Но я думаю, нам этого хватит, да? Да, вполне, смотрите, довольно неплохо. Бомбим их. Нам нужно оставить на последнего босса еще что-то. Ведь согласитесь, если мы сейчас потратим, как мы будем последнего босса с вами бомбить? Никак. Так, хорошо, все отлично, двигаемся сразу же дальше. Я хочу как можно быстрее пройти. Так, острые камни. Ага, здесь у нас орки. Орки, тогда давай добавим на всякий случай. От греха подальше, вот так, и поставим новенькие, да? Пускай готовятся, пока у нас есть с вами манна, все будет хорошо. Поехали! Орки, орки, сейчас получите вы люлей от нас. Наверное, да? Посмотрим. Так, ну пока хорошо. Что там? Что там шипит такое? Так, забомбили. Давай, давай, давай. Прожимаем, прожимаем. Все, великолепно. Метель моя здесь сработала отлично. Ну что, остается совсем чуть-чуть, и, наверное, мы с вами увидим мола. И мне кажется, он будет такой довольно непростой босс. Так, сэр Мол, я спокоен и расслаблен, я играю свою любимую мелодию и черпаю силу в музыке. Вот что, я даю мерзким гостям 24 часа. Если вы это читаете, то знайте, время пошло, выметайтесь из моих подземелий, вон отсюда! Угу. Чувствует, да? Чувствует наше приближение, потому что мы к нему подходим, и он уже начинает нервничать. Так, и у нас самый темный тоннель. 1 220 000 мощей. Все, я понял, я понял. Я буду на стороже. Так, опять эти гигантские крысы. Штопанные, перештопанные. Ребята, они вообще... Так, погоди-ка, что-то тут... Что-то здесь неладное. Слушай, ну они ватные, оказывается. Хоть они и здоровые, но мы их разобрали даже без помощи магии. Круто! Ну что, сэр Мол, ты готов? Я уже иду, я уже практически... Наступаю тебе на пятки. Так, это кто? А, Оливия. Милый Уранус, может быть, мы остановимся и просто поговорим с моим бывшим женихом и его солдатами? Они должны в конце концов понять, что я ушла с тобой по своей воле, и перестать нас преследовать. Да-да, договоритесь, и прекратите ходить по моим туннелям. Дорогая Оливия, любовь моя, твои бывшие друзья не верят ни мне, ни тебе. Они разлучат нас, если мы остановимся. Ты заколдовал принцессу и похитил ее, подлец. Ах, почему все так сложно? Да потому что так должно быть. Донни, принцесса. А нет, ребята, еще два уровня у нас оказывается. Пещера безумия. Хорошо, нахрапом будем брать эту пещерку. Погнали. Так. Этот охламон пошел куда-то там, все-таки пошел, да? Так, ну этих мы разобрали. Орки уже валяются. Крыс гигантский упал. И начинаем разбомбить вот этих вот. Крысеныша. Все. Вот теперь, ребята, точно последний этапчик. Сейчас, наверное, будет монолог. Будет? Или диалог? Ну, посмотрим. Так. Дональд, судя по картам, которые мне удалось составить, вы совсем близко и подошли к залу, где скрывается этот жуткий сэр Мол. Тут темно, и я пока ничего не вижу, но если так, это хорошая новость. Мы разберемся с ним, и он перестанет ныть. Ты, как всегда, слишком самоуверен. Не забывай, что Мол настоящий параноик. Он считает, что мы хотим ограбить его. Он будет сражаться так, словно мы хотим отнять у него все его подземелье. Страх может быть многократно увеличить его силы. Шаги? Кто-то идет совсем рядом. Что ж, я готов.
Но, в принципе, и я, наверное, готов. Давай-ка тут читанем еще. Глупые люди прошли все повороты, которые могли бы привести их к сокровищнице. Нет, глупцы, не имеет смысла возвращаться и искать эти ходы. Я уже перебазировал свое золото. Но мне надоело, что вы шастаете по моему миру. Слуги не могут справиться с вами, тогда я сам займусь этой проблемой. Во мне накопилось достаточно злости, чтобы расправиться с вами. Так, Дональд отвечает. У меня, знаешь ли, крот тоже хватает злости сидеть в этих катакомбах. У меня душа художника, ей нужен простор, так что готовься сам. Все, ребята, мы поругались с ним и поехали. Кротовьи покои. Крайне нервный и гнусный крот. Мол, способен покалечить любого, кто посягнет на его сокровище. Не терпит чужаков в своем глубоком подземелье. Ближний бой, физический урон. Раз в некоторое время увеличивает себе урон, броню и урон. При атаке наносит периодический урон. Короче, ладно, ребята. 1 250 000 у него мощей. Ух, с богом, погнали. Так, воу-воу-воу-воу. Так, пока оглушили мы его. Что он делает-то? Что он там выкрутасничает? Тихо, давай заморозим его. Так, заморозим. Вот мельтешит, а? Да ну, не может быть. Такой вот легкий босс? Серьезно, что ли? Ребят, вообще вообще ничего не может сделать нам. Нет, машет, конечно, там своими культяпками, но ничего существенного. Ах, он себе немножко... Давай вот так вот заморозим. Давай-давай-давай, прожимаем. У него здоровье, ребята, копится почему-то. А в чем проблема-то? Как он себе восстанавливает здоровье, а? Ну, есть! Мол, повержен, ребятулечки. Вот так вот. Что нам здесь выпадет? Ох ты! Представляешь, мне выпал на 85 уровень, правда. Но сила магии... Так, это для магов, посмотрим. Ух! Победа. Так, ну что, давай поговорим сейчас, да, наверное, по душам. Я проверил, сокровища до сих пор на месте. Мы и не искали их, глупый крот. Лучше скажи, где наша принцесса. Подземелье кончилось, а мы ее не нашли. Я всегда чувствую ложь. Это какой-то хитрый план. Я должен все проверить, срочно на все проходы. А принцесса ваша ушла в жаркие земли. Уверен, она прихватила с собой и унесла под платьем часть моего золота. Надо срочно все посчитать. Все. Так, я получил экипировку босса. Нехило, ребят, смотрите. Так, сила магии, крит. Так, раз в некоторое время воскрешает союзника. Слушай, ну неплохо. Так, вот так это все выглядит. Но это все, ребята, за деньги. За 1150 рублей. Конечно же, я это брать не буду. Хоть это все и красиво, но брать не буду. Уранус говорит: я надеялся, что крот сможет задержать этих людей, которые нас преследуют. Что же, придется найти другие средства, чтобы остановить их. К счастью, мы с Оливией уже успели уйти достаточно далеко от пещер. Так, Оливия, я рада, что никто из моих бывших друзей из замка не пострадал. А еще тут очень жарко, дорогой. Мы скоро доберемся туда, где поженимся. Вот так вот. Акция. Блин, ну прикольно смотрится, но таких денег стоит бешеных для меня, по крайней мере, ребят. Так, ну что, дорогие мои друзья, на этой, наверное, ноте мы с вами будем закругляться. Мы обязательно с вами увидимся в следующей серии и пойдем в земли древних. И будем уже, ребята, ой-ой-ой, проходить вот это. Но, опять же, вам хочу сказать, ребят, большие проблемы здесь у нас с яблоками. То есть, понимаешь, да, каждая заходка стоит определенное количество яблок. И, возможно, даже нам придется несколько раз снимать серии, чтобы потом объединять. Потому что яблок у меня больше нету. И достать мне их, честно говоря, большая проблема. Ну, а на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых, ребята, скорых видосиков. Girl, you know you made me see, and you know you made me feel. Don't run away, please don't leave, please don't leave me. Hey, you know I love you so much, you know I can't let go, you know I can't get enough. You know I want more of your touch, you know I adore you so much. Baby, I can't help myself,
Listen, baby, what I say. You know that there is no one else. All I want is that you stay. Baby, I can't help myself. Listen, baby, what I say. You know that there is no one else. All I want is that you stay. Hey, I wanna stay with you. I wanna do the things you do.